Hello, my name is Ksenia, I'm 27 years old and I'm an English teacher. I'm not usual English teacher, I'm not boring, and we will start our lesson distantly. What do you think about it? Let's talk about that a bit. Меня зовут Ксения, мне 27 лет, я преподаю английский уже 5 лет. Я с удовольствием стану вашим репетитором и помогу вам разговориться, помогу раскрыть ваш потенциал. Мы сможем с вами начать говорить уже через месяц. Я помогу вам составлять простые, но очень понятные предложения иностранцам из той лексики и грамматики, которую вы уже знаете. Со школьной скамьи, если вы ее не знаете, мы быстро с вами ее повторим или выучим. Мои курсы дистанционные, интерактивные. У вас будет свой личный кабинет. Там вы будете видеть меня. Мы сможем разговаривать, конечно же, слышать. Также у вас будет аудио, видеоматериалы, различного рода интерактивные задания, которые вы сможете сделать также в этом кабинете. Я желаю вам успеха. Все мои студенты довольны результатами нашей работы. Мы обязательно будем проходить те темы, которые интересны. То есть ваши цели будут реализовываться по ходу наших с вами занятий. Вы сможете путешествовать, участвовать в бизнес-конференциях и проводить успешные международные переговоры, познакомиться, переписываться с иностранцами. Вы сможете подготовиться к IELTS или TOEFL и поступить в международный университет. Я буду рада стать преподавателем. Также готова ответить на все ваши вопросы. Пишите или звоните в любое удобное для вас время. Ваша Ксения, жду вас на уроке.